Добрый футбольный вечер, друзья. Рубин Родина. Сегодня первый тур МЛБ первой лиги по футболу. Матч команд, которых очень много будут обсуждать в этом сезоне. И все готово к началу этой встречи. Поехали. Рубин с мячом. И давайте перейдем к стартовым составам команд. Рубин играет в рубиновых футболках и такого же цвета гетрах. Смотрим за атакой Родины. Гордюшенко поднимает голову. Всем видом показывает, что ждет помощи справа. В итоге наносит удар поворотом с 22 метров. Бьет по перекладину. Но Гордюшенко рядом с ним. Навес налево. Здесь Голдобин один. Можно забивать. Удар поворотом. Спасает команду «Медведи». Так находит Голдобина раз за разом. И вот сейчас Никита не постеснялся. Кроме, наверное, открытого Караева. На дальней штанге просто удар не получился у защитника. Пенальти. А вот это интересное решение. Разбегается Джоэль. Бьет под перекладину. Рубин забивает свой первый гол в первой лиге за последние 20 лет. В первой же игре против Родины и в первом тайме. Пас Иванову. Иванов бить можно. Хорошая тонкая передача на Фомие. Фомие бьет и забивает. Со острейшего угла. 2-0 в Казани. Браво, Рубин. В этой атаке великолепно сыграл. Отмечу всех абсолютно. Зотов. Вторая передача Иванова. И как распорядился моментом Фомие. Казалось бы, что забито уже оттуда сложно. Здесь, ближе к чужой штрафной, наверное, он получает прям удовольствие от игры. О, диагональ Чуперка первая в этом матче. И сразу опасно продолжается атака. Может забивать Рубин Лисакович. Что придумал Лисакович? Еще один удар Соплинова в упор. Хорошая атака Рубина. Но что делал Лисакович? Почему он сразу не бил поворотом? Казанский Рубин одержал победу.